Всем снова привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек, отброс FIFA 18. И там, слушайте, доступны какие-то паки. Я только что посмотрел, и мы, в принципе, можем, наверное, даже на них накопить, потому что с игроками у нас большие проблемы. Вот, а в этом промпаке все игроки, 12 человек. 10 золотых это, то есть, ну, почти уже полный состав, и 3 редких, то есть кто-то может даже более-менее неплохим выпасть. Но нужно 25 тысяч монет. У меня 800 монет, то есть, либо мне надо сыграть 25 матчей, да, и я получу просто 25 тысяч монет от бонуса. Либо, я думаю, матчей 10, наверное, можно сыграть. По 1500 монет я примерно буду получать в каждом матче. Плюс еще награда за то, что мы выйдем из 10-го дивизиона, я надеюсь, что мы все-таки выйдем. Вот, и в принципе, можно реально подкопить и купить, вот, чтобы такой у меня был стартовый набор, потому что серебряных пацанов я добавил, мы сейчас с вами будем их тестить. А вот что дальше пойдет и как, это уже нужно будет после того пака смотреть, так что постараюсь, конечно, за этот день отыграть. Там через день 4, по-моему, часа пройдет, то есть сегодня-завтра буду играть, прям усиленно побольше сяду и постараюсь накопить на этот пак. Погнали за победами. Так, смотрим на соперника. И у него есть Анри, ну камон, причем арендованный, то есть у него, скорее всего, какой-то... Важный матч в 10-м дивизионе, скорее всего, финальный, возможно, или за титул он борется. Но мы с вами хотя бы посмотрим на Тьерри Анри. Я очень хотел, чтобы его карточка появилась когда-нибудь в FIFA. Ну, именно вот такая хорошая, типа, легенда или кумира, как сейчас. И вот она есть. И мы на нее посмотрим, но она не у нас. Ох, ну хорошо. Пинг должен быть хороший. В принципе, лагов не должно быть. Соперник из России. Но это как бы тоже такое, знаете, 50 на 50. Бывает везет, бывает нет. Погнали. Так, пас вперед, выход. Минеза с одним защитником против вратаря. Все лагает, хотя я говорил, что возможно будет лагать. Ну, удар, пожалуйста, какой-нибудь. Ну, я типа вообще не мог контролировать атаку. Потрясающие лаги. Лемар, взял мяч, удар. Ну, такое себе. В итоге, отличнейшая перспективная атака была запорота просто тормозами игры. Лемарчик, хороший навес. Ну, прямо вратаря. И удар можно сделать. Вратарь сейвит. Неплохая атака. Неплохой удар. Видно, что и сопернику даже тяжело в лагах играть. Потому что и пасы у него, как у меня, неточные. И игроки где-то просто убегают, короче, в кромку поля, потому что невозможно их вовремя остановить. Так, хороший пас, Мартин. Выход один в один. Пустые, пожалуйста, забей. Красавчик! И офсайда не было. Лазари забивает 1-0, мы выходим вперед. Очень тяжелый матч. Если я выиграю, это будет реально просто радость. Очень большая. Потому что все нереально лагает. Хорошо, что он попал. Хорошо, что он попал. Гризмана выпускать не буду, Лазари сыграл хорошо. И это ведь тот самый серебряный итальянец, который у нас на правом фланге. Ну тут, конечно, ничего сложного особо не было, да, добить в пустые после хорошего паса. Но мы все равно смогли это сделать. Ой, еще какая передача топовая, Мартин! На Минеза! И добивай! Рикошет угловой. Слушайте, Лазари хорош. Мартин тоже топово открывается. Прям ребята-то реально начали... Тащите, какой удар! Так, пройти вдоль крючки в упор не получилось. Вдоль крючки какой-то, что это вообще за слово? Удар, хорош очень удар был, прям поставлен под головой, но не залетело. Еще один момент. Нет, не будет момента. Ой, Стерлинг понесся. Но он не как Шекири, он не танк. Его можно будет остановить. Ой-ой-ой-ой-ой. Подбегаю к игроку, нажимаю отбор, но все вот так вот тормозит и... Просто мимо меня проскочил. 1-1. Я удивлен, что Тьерри Анри сейчас не забил.
что это был момент для него. Все, матч окончен. Я очень рад, что он наконец закончился. И надеюсь, что следующий так лагать не будет. Это было просто отвратительно. То есть из года в год у них проблемы. Из года в год ничего не меняется. Лаги как, какими были. Причем вот именно вот эти вот протормаживания, что у обоих игроков такое. Так все и осталось. Мартин, наш капитан, стал лучшим игроком матча. Что он был очень активен, очень хорошо раздавал передачи. Но из 13 ударов мы попали 12 вор. То есть я бил только в моменты, когда действительно уже нужно бить. То есть какие-то рандомные удары я пытался не делать. Но все равно не залетит, так как все лагает. Так, ну и мне понравился и Мартин, еще больше теперь даже понравился. И понравился Лазари, он реально хорош. Вот пока я, правда, Сара не проверил особо. Про защитника тоже ничего не могу сказать. Мы вроде отбирали, вроде там что-то бегали. Так, Лопес у нас, кстати, вернулся. Я думаю, что лучше вот так вот сделать. Да. Вернуть Цапа на его позицию. Так, у нас есть что ПП на замену. Так, вместо Нейнгола, например. Потому что мне постоянно этих игроков предлагают на замену выставить. Лемара, у Лемара закончится контракт, все, я не знаю, что с ним делать. Вот мне, наверное, даже сейчас придется его заменить. И отправить отдыхать. Потому что вариантов пока больше нет. Минес тоже уже устает. Но что поделать. Физформы я могу максимум накинуть. Да, идти играть второй матч. Ну что ж, второй соперник найден. Снова из России. На этот раз дома играет он, а мы играем в гостях. Нам надо бы, кстати, еще потом стадион купить. Но сначала пак на 25 тысяч. Очень хорошая ПЛ-ка. Для начала игры так вообще топ. Салах и Сане вместе с Фермино сейчас будут, короче, гонять меня. Но если лагать не будет, реально можно попробовать дать бой. Не, снова лагает точно так же. Не знаю, попробую перезапустить интернет и игру потом. После этого матча. И мы сейчас отскакиваем. Минес хорош! Убежал! Ой, красиво, что мы делаем? Казалось бы, отбросы, да, но голы забиваем совсем не такие. 1-0, все, естественно, лагает. Ну, так и играем, что делать? Потрясающе, просто потрясающе. Оп, зависли, оп, такие, оп, оп, оп. Класс. Можно гол посмотреть? Ну, надеюсь, повтор-то будет без лагов. Минес просто все потрясающе делал. Посмотрите, выдержал паузу я. И отдал такой пас. Опасно, конечно, было. Был шанс не забить, но... Получилось красиво. 1-0. Минес, хорош! Пас! 2-0. Просто 2-0. Красавцы, Минес две голевых уже отдал. На капитана пас. Посмотрите, как красиво он завершил. С левой ноги в дальний угол. Спасибо, что хотя бы не лагало. Ой, какой хороший пас. Лазари бежит. 84 скорость у него. Убирает. Пас. Незабиваемый третий мяч. Лопес. По-моему, там был рикошет. Ну-ка. Да, был рикошет. А если бы еще пас налево отдать? Ну, там, возможно, был офсайд. И у меня игрок травмирован. 26 номер, по-моему, это наш капитан как раз. Да, Мартин травмирован. Нужно его заменять. Удар. Точного вратаря. Ну, один в один сейчас будем играть. Бегает, бьет, но... Отскок приходит к нему на ногу. 2-1. Лаказет хорошо убрал. Удар нужен. Удар был. Удар был хорош. Лаказет. Хорош. И аккуратно. Красавец. 3-1. Не зря его выпустил. Только не дэбь, пожалуйста. Нет, не надо. Не хотел. Он остановился. Он не стал дэбить. 3-1. Отлично. Я здесь прям подождал. Выбрал угол. Тихонечко пробил и забил.
Сане, вот это гол. Я был уверен, что такое не залетает. Оказывается, залетает. 2-3. И 3-3. Фермино. Лаказет. Хороший проход. Удар. И гол. 4-3. Красава. Не зря я его выпустил. Нет, пожалуйста. 4-4. Ох, ну дырявый же здесь вратари. То есть мой-то понятно, 58 рейтинг. Но ведь и его 4 мяча пропустил. Все, матч окончен. Ну, не могу сказать, что серия получилась не очень. Мы 2 ничьи, правда, сыграли. С другой стороны, не проиграли. И было забито в 2 матчах по 5 голов. Вот один из которых был вот таким. 5 мячей мы пропустили, 5 забили. По-моему, все нормально. Лаказет сделал дубль. Минесо дал 3 голевых. Ох, и 1493 монетки мы отправляем к себе в карман. 9 очков. Осталось 3 игры, надо набрать 3 очка. Ну не с 10-го же дивизиона, FIFA. Ну давай как бы это немножечко пореалистичнее, хорошо? Я же понимаю, что надо там немножко погумозить, сделать так, чтобы я там дольше зарабатывал, но не настолько же. И у него травма. Травма у него на один матч. Чё с моими единственными игроками, которых я хоть как-то могу выпустить, поиграть? Почему они все травмируются? Поставлю немца, я не знаю, у меня других вариантов нет, честно говоря. Кульбали вообще не могу пока прочувствовать. Есть он у меня в составе, нет. Я вот не ощутил в этих 5 пропущенных мячах, что у меня там кто-то был, что он действительно может что-то сделать. Я его, к сожалению, там не видел. Лемар вернется, скорее всего, в основу. Он отдохнул, да, я думаю, на первом матче можно будет выпустить. Вот. Ну, а мы с вами увидимся в следующей серии. Посмотрим, может быть, выиграем там. С вами был Джек. Увидимся и счастливо. Не забывайте заходить в магазин gto.com. Теперь после покупки вы получите 3% себе на кошелек обратно, используя кодовое слово Джек. Первая ссылка в описании.